счастье сегодня рассказывает о котятах, которых судьба свела в одном из иркутских домов. Целая кошачья компания растет, играет, радуется жизни и ждет своих хозяев. Котята, как говорится, на любой вкус и размер. От совсем маленьких, которых подкинули буквально несколько дней назад, до вполне взрослых подростков. Они тоже надеются на теплый угол и мягкий диван. Два черно-белых хулигана совсем еще малыши, но характер уже показывают. Такой окрас филинологи называют маркиз. Котенок как будто во фраке, похож на юного скрипача, который взял первую в своей жизни скрипку и вышел к зрителю. Его, кстати, назвали Альбус. Волшебником, наверное, будет. А вот сиамский кот Филимон больше всего в жизни ценит уют и спокойствие. «Незачем суетиться, — говорит кот, — надо просто подождать, и люди оценят и синие глаза, и рыжий нос». К миске он подходит степенно, с чувством собственного достоинства. На руках сидит с удовольствием. Это у нас Филимон, его сбило машиной, подобрали, вылечили. Хозяева старые не нашлись, ищем новых. Характер у Филимона очень ласковый, он нежный, он ручной кот. Просто, ну, игрушка плюшевая. Братья классической серой расцветки выглядят как герои рекламы кошачьего корма. Тебби, так называется этот рисунок на шерсти. Он признак породы. Но у одного из братьев есть еще и заметные пятна на боках, как у бенгалов. Но на самом деле вся компания – брошенные котята. За месяц в этот дом подкинули шестерых. И все нуждаются в семье и заботливых руках. Все животные здоровы, стерилизованы, у них есть прививки, и они готовы обрести семью. Ведь каждому известно, когда кот приходит в дом, он приносит с собой счастье. Поэтому торопитесь взять его в свой дом. Всю информацию о котятах вы можете получить по телефону или на сайте приюта 038.ru.